сегодня памятный день Константина Алексеевича Коровина. И как прекрасным этим ярким, сочным праздником цвета открылся наш вечер. Так хотелось бы вспомнить ту живопись, те цвета, краски жизни, которые оставил после себя Константин Алексеевич. Великий русский художник, проживший огромную жизнь, создавший необыкновенное количество как работ в театре, как художник театра, так и в живописи. Благодаря этому человеку мы имеем возможность жить, работать, художники со всего мира. Я был влюблен в живопись этого художника, а сейчас я просто влюблен в его жизнь. Ничего лучше нельзя сказать, как сказал своим местом выбранным Константин Алексеевич. Ведь это прекрасное место, намоленное художниками, Чеховская бухта. Это дом, который построен был для художников, для того, чтобы они здесь творили, для того, чтобы они могли увидеть ту красоту мира и оставить добро просто после себя. Поздравляем вас с праздником, несмотря на то, что грустно немного день, но все же праздник. Праздник, потому что мы долгие годы мечтали, что вот на этой площадке будут проходить мероприятия, мы будем здесь проводить мастер-классы, мы будем здесь встречаться с замечательными людьми. Наконец-то это состоялось. Посмотрите, что за моей спиной, прекрасный вид, об этом мечталось. И мы будем надеяться, что этот вид за будущие годы не испортится, он будет таким же прекрасным, и будет не одно поколение воодушевлять на творчество, на прекрасные работы. И нам хочется поздравить коллектив Дома творчества художников имени Коровина. Вручить диплом, такой памятный, от нашего музея за большой вклад в сохранение истории поселка Гурзуф, популяризацию художественного творчества и плодотворное сотрудничество с музеем Пушкина в Гурзуфе. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы делаете для нашего поселка. Пожелать вам творческих успехов, хороших посетителей. И чтобы все у вас было хорошо и вам сопутствовала удача. Цветы укрыли парки, газоны и дворы. И плющ висит на стенах, как новые ковры. А кружево дорожек уводит и влечет. Каскад крутых ступенек звенит, гудит, зовет. Особенный, волнующий, чарующий Гурзуф. В веках костер восторга, понятно, не потух. Мы петь готовы гимны, Гурзуф наш восхвалять, Гурзуфом наслаждаться и рядом с ним дышать. Волна вовсю резвится и радостно хлопочет, усердно моет берег, как женщина хлопочет. Морщинистые скалы улыбками цветут и ловят адалары улыбки там и тут. Он был приятен Пушкину и Чехову с женой. Гуляли этой улочкой по этой мостовой. Коровин рисовал тут, Шаляпин песни пел. Гурзуф был вдохновителем и ласково смотрел. Особенный, волнующий, чарующий Гурзуф. В веках костер восторга, понятно, не потух. Мы петь готовы гимны, Гурзуф наш восхвалять, Гурзуфом наслаждаться и рядом с ним дышать. Спасибо. А в Крыму время роз, пьяного аромата, красотой чарующий каждый куст, поделиться с тобою готов. Идешь ты по улице старенькой, и старушке морщинистой старенькой, ты в ответ, как и все, улыбаешься, потому что в Крыму время роз. Не слывешь ты цветочным любителем, все равно ты становишься зрителем. Тут театр на каждой из улочек, потому что в Крыму время роз. А в Крыму время роз. Лето радостно всех одарило, розы всюду. Смотрите, этот цвет греет сердце теплом. А в Крыму время роз, а в Крыму время мира. Идущие мимо прохожие незаметно светлеют лицом. Идешь ты по улице маленькой, и старушке морщинистой старенькой, ты в ответ, как и все, улыбаешься.
улыбаешься, потому что в Крыму время рос. Не слывешь ты цветочным любителем, все равно ты становишься зрителем. Тут театр на каждой из улочек, потому что в Крыму время рос, а в Крыму время рос. Я хотела бы поблагодарить руководство Дома творчества Коровина Виктора Георгиевича и Ирину за то, что они предоставили. Ну, этим летом у нас была прекрасная возможность знакомиться с творчеством отдыхающих в Доме творчества художников, приезжающих и пишущих, которые давали мастер-классы, показывали, это было 5-6 раз за все лето, разные художники. Но раньше такого не было. Вы знаете, так замечательно здесь, вот, в Гурзуфе, видеть знакомые родные лица, тех людей, которые неравнодушны, которые радуются тем событиям, которые происходят и у нас в Никитском ботаническом саду, и здесь. Вы знаете, Крым и раньше вдохновлял поэтов и художников, и очень хотелось бы, чтобы эти традиции продолжались всегда. Наш Крым прекрасен, это действительно жемчужина земли, это самое красивое место. И здесь должны появляться гениальные люди, которые здесь творили, творят, и мы надеемся, будут творить в дальнейшем. Хотим пожелать этому прекрасному, как вот правильно сказал директор, намоленному месту дальнейшего процветания, чтобы здесь создавались шедевры, потому что и люди, и это место, все к этому способствует. И от Никитского сада большой-большой-большой привет. И мы подарили несколько кустов роз, замечательная песня. В Крыму время роз, и действительно время роз в Крыму начинается в июне месяце, но розы у нас цветут 6 раз, поэтому, по сути, где-то до начала декабря у нас в Крыму время роз. Сорт селекции Никитского ботанического сада называется «Эмми». Это прекрасная многогранная роза, играющая оттенками кремового, розового и желтого цветов, выведены селекционерами Никитского ботанического сада. Сорт «Янки Дудль» был награжден на выставке в Америке в 1976 году, а в 1999 году получил приз «Лучшая роза» на выставке в Канаде. Алина, 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 волна это имя поет, а берег морской терпеливо следы на песке там ждет. Стоит у причала художник, а краски разбавила грусть. Рисуется только дождик, и скалы дону и пустят города больших. О море забываю, о городах больших. И шум, и суета, огни во сне, в ночи. Дельфины приплывают, и чайки в снах кричат, вернись, вернись сюда. Алина, 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 когда-нибудь время придет, ты бросишь дела торопливо и сядешь на самолет. О море забываю, о городах больших, и шум, и суета, огни во сне. Всех поздравляю с этим замечательным праздником. И, конечно, очень символично это сочетание писателя и художника в этом нашем замечательном маленьком поселке под названием Гурзуф. Давайте будем помнить все эти праздники, будем помнить всех этих великих людей, которые бывали в этом в нашем Гурзуфе, бывали в Крыму. И всех приглашаю, конечно, в гости к нам. Я подумал, а чего не хватает Гурзуфу? Мне показалось, что недостаточно света у нас еще, освещенности, да? И мало снега бывает. Вот, поэтому я решил подарить в будущую галерею Дома творчества Коровина. Я думаю, что многие художники последуют моему примеру, и у нас здесь будет с вами замечательная выставка работ, написанных и здесь, и посвященных этому месту. Но сегодня я хочу послать привет Дому творчества Коровина из Петербурга. Картина называется «В Петербурге выпал крымский снег».
самого Черного моря. Живу я вдали от забот. Здесь каждое утро над морем огромное солнце встает. Как малые дети резвятся дельфины, и чайки кружат над хрустальной волной. Высокие горы цветущей долиной любуются вместе со мной. Плыву в синие облака хризантемы, тюльпаном в горах отцветает закат. Ложатся на берег лиловые тени, и свечками звезды горят. А я все пытаюсь хотя бы мгновенье на теплых холстах сохранить. Очень приятно, что есть такая возможность в том творчестве Коровина, благодаря Коровину, вот, где настоящее дом творчества, где собираются артисты и художники, редкие в нынешние времена случаи. Вот, и огромная благодарность за такую возможность. Качает головой постовой, он сегодня ошарашен Москвой. Ни черта не поймется мне свой, точно рыба на мели. Я по улицам бегу, хочу, мне любые чудеса по плечу. Фонари свисают, ешь не хочу, как бананы Сомали. Я по улицам бегу, хочу, мне любые чудеса по плечу. Фонари свисают, ешь не хочу, а я хочу, как бананы в Сомали. У окна стою я, как у холста, а какая за окном красота. Будто кто-то перепутал цвета и дзержинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латушнику метр продает апельсина цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латушнику метро продает, продает апельсин цвета беж. Спасибо.